Сенатор Александр Татаонов получил благодарность парламента Новороссии за социальную и гуманитарную помощь вынужденным переселенцам с юго-востока Украины. Председатель парламента Новороссии Олег Царев отметил заслуги сенатора в ходе заседания Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины и вручил ему благодарственное письмо. Мы смогли все-таки обогреть вот этими лучшими человеческими чувствами людей, опаленных настоящей войной, людей, лишенных привычного уклада, элементарных условий, которые так необходимы для того, чтобы воспитывать детей, мечтать о лучшей доле, благополучии. Сенатор вместе с коллегами побывал и ознакомился с работой по приему беженцев в 28 регионах страны, посетил более 100 пунктов временного размещения, провел встречи с тысячами переселенцев. Благодаря работе комитета удалось решить многие острые проблемы, обозначенные штабами по приему беженцев в регионах. Рая Дзантьева, Елена Гаглоева, Осетия ТВ.